нет свободы слова, в котором никто не может выйти и сказать о том, что у нас происходит в стране. У нас происходит то, что мы превращаемся в тоталитарное государство. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста, фамилия, имя, отчество. Кирилл Соколовский. Как? Кирилл Соколовский. Какого года рождения? Не скажу. Слишком много информации. Вот правонарушитель. Вы не представились, я не знаю, кто. Не мешайте работе журналиста. Основания для составления протокола озвучьте, пожалуйста. Нагло! Мы были друзьями в 2013 году! Мы были братья! Подожди, стой, ты один! Мы аннексировали Крым! Мы аннексируем сейчас Украину! Мы нападаем со всех фронтов! С Белоруссии! Со стороны востока Украины! Мы бомбим города, где мирные граждане! Это военные преступления! Документ предоставьте свой. Вы отказываете? Этого быть не должно! Россия должна быть свободной, тем более Украина! Сошлитесь, пожалуйста, на статью закона, чтобы ваши требования были законными. Я сейчас снимаю плакат. Скажите провокатор. Провокатор абсолютно. Не сопротивляйся, пожалуйста. Молодец, они незаконно. Россия будет свободной! Путин превращается в Гитлера! Не допустите этого! Никто не должен страдать от войны! Наши деды воевали, чтобы войны не было! Но никто ведь этого не запомнил! А вся чушь Путина про отечественную войну! Не препятствуйте работе журналиста, уголовный кодекс, не нарушайте! Память войны мы ее не чтим! Мы войны создаем сами! Мы превращаемся в Третий Рейх! И все, это просто бред уже происходит какой-то в стране. Парень, ты герой нашего времени. Я сидел, я терпел. Вот до этого момента. Когда я увидел обращение Путина, я взялся на грудь. А вот что происходит. У нас государство тоталитарное. Тут либо так, либо сидишь, либо уезжаешь. Все. Вот тут есть люди. Работа защищать что? А разве в государственных интересах может быть братоубийственная война? Что еще 10 лет им зиму полета, они останутся в своих кишечных полетах. Лучше народ.